Все, мы приехали, друзья. Здравствуйте, всем привет. О, Евочка ехала всю дорогу за рулем. Ева. 8 часов в дороге. Да? 8 часов? А папа с мамой спал в машине, да? Спал. Папа с мамой спал. Папа с мамой спали. Ладно, друзья, всем привет. Всем привет. Да. Всем привет. Так, Ольга, встаньте туда, а то тут здесь темно, как-то вас не будет видно. Загорелых таких всех. Так я наоборот на фоне белого. Да. Ну, если что, как бы мы вообще не загорели, ну, потому что мы не загорали. И приехали мы уже неделю назад, да? Или две, не помню. А мы вообще не ездили никуда. Но. Ой, короче, да, приехали. Ну, что скажем о Болгарии? Ольга, понравилась тебе? Болгария, да. А что нет? А что нет? Ничего не понравилось. Ничего не понравилось. Ничего не понравилось. Нет, сама Болгария понравилась, да, честно. Я даже была приятно удивлена. Вот. Довольно-таки красивая страна. Вообще, какие красоты, я не знаю. Очень, очень красивый всё город, и Варна, и Несебр, и Несебр вообще был самым красивым городом, который я видела в своей жизни. А что в Несебре вы увидели? Я вообще ничего не помню. Сколько он? Да, он пьяный был. Он еще как-то это, с дегустацией, понимаете? Дегустация, кстати, да. У нас вот боярышник уже скоро поспевает. Скоро будем делать опять настойку. В том году сделали, до сих пор еще не выпили, стоит. Да. Ну, я уже боюсь ее, так как она год простояла, не знаю, можно ее пить или нет. Думаю, уже не стоит рисковать здоровье. Вот. В общем, мы тут не про боярышник, а про Болгарию, да? Да. Что мне понравилось, что не понравилось? Давай то, что тебе не понравилось. Не понравилось? Да мне не понравилось совсем, немного. Не очень прям, чуть-чуть не понравилась еда. Вот так. Я ожидала большего. Вот, это в отеле? Да. Фу. Ну и, честно говоря, да и в ресторане тоже мы были. И прям тебе вообще понравилось? Вообще не понравилось. Рыба чуть-чуть зажарка понравилась. Да? Так вообще. Вот. В общем, еда как-то так, немножко огорчила, так сказать. Ну, вот. Но, может быть, мы и не поели, правда, в вкусных ресторанах. Ну, не знаю. Мне не понравилось. Мне как бы вообще, отпуска я так летаю только из-за них, потому что я лучше дома бы сидел, как говорится, в тишине и спокойствии. Первое, мне не понравился сервис. Вообще. Вот просто никакого. Так ведь? Вообще, где? Ну, это я вообще так просто сказал, фигню сказал. Тебе не понравилось? Короче, мне не понравилась зона вот береговая. 1,5 метра бесплатно, остальные все лежаки все платные. Что это за бред вообще? Нигде такого не видел. Пляж, да, вот это. Пляж, вот, вот метр. Море и 2 метра песка бесплатная, бесплатно, потом да. уже платная зона. Платная зона. Но лежаки тудым-сюдым. Так волна дунула чуть-чуть посильнее, пипец. И люди упали со своими полотенцами. Вообще пипец, бред. Ну да, вот там конкретный заработок. Не убираются, мусорок нету. Подожди, я тебя перебью. Коля все говорит, конкретный заработок. Ну, понятно, все хотят заработать. Ну, и в этом ничего нет такого страшного. Да, услуги там предоставлены. Про это мусорки я, да, на улице про не найти. Не найти. Я вон мороженое ела, куда выкинуть, нигде нету. А если найдешь мусорку, так она вот такая вся. В общем, ни одной мусорки в отеле, там нет. В отеле персонал, пару человек улыбаются, остальные все как будто реально мы должны всем там, блин. Извините. А сколько время, извиняюсь? А, время уже. Поехали до магазина. Ладно. А, ну давай машине расскажем. Да, поехали. В машине. Надо до магазина съездить. Аллергия пришла. Ты хотела про победителя сказать, кто угадал, куда мы едем. Да что про победителя-то сказать? Победитель уже в курсе, что он да. не победитель, а... Ну, победитель, что? Да. Сейчас мы сбегаем быстренько в магазин и договорим, да, что хотели договорить, да? А зачем мы сейчас будем покупать это, если мы можем потом купить? А, или показать хочешь, что? Да. Мы просто сожрем это все. Ну, сожрем, еще раз. Дай камеру в магазин. В общем, в Болгарии мы купили конфеты, купили нашему, ну, так сказать, победителю и себе. Угу. Хорошо, что мы уже попробовали, нет, не которые себе купили. Вот, и в общем, как-то мы взгрустнулись, решили, что мы не будем такого количества этих болгарских сладостей отправлять. Вот. Отправим одну коробку конфет из болгарских да, и одну с Финляндии. Из Финляндии, да. Да. Все, пошли в магазин, быстренько купим и продолжим говорить отзыв о Болгарии. Да. Погнали. Плюсы. Плюсы? Ну, плюсы отсутствуют. Да. Кстати, у нас здесь температура не хуже, чем там. Да, просто сегодня на солнышке плюс 40 было. Да. Да. Ну вот что, у нас тут выбор небольшой, так как у нас деревня, магазин солнышко маленький. Отойдет? Вот такой, нет, да? Нет, я не коробку, я думала о шоколадке.
Шоколадки? Да, я думала взять фарш чисто вот такой. Оригинальный? Оригинальный, да, шоколадку. Да? Вот 2-3 шоколадки. У нас, кстати, да, вот сейчас в деревне, ну не в деревне, по всей Финляндии приезжают вьетнамцы или кто это, говорят вьетнамцы. И собирают ягоды. Ягоды, короче, грибы, все сметают. Ну, что ягод пути вообще не найти в лесу. Вот они, вон, садятся в машину там. Угу. Дают им машину, прицеп, он там прицеп. И они целый день, мы на работу приезжаем, иногда уже там в 6 утра едем, они уже с леса выходят, там у них ведра целые, там 20-литровые ведра. Все собрано, ну, да? Так самый прикол, что ягод-то нету, они где-то находят их. Не знаю, может, они такие. Причем они сразу обычно собирают такими мешками, да? Да, едут в мешки. Сейчас брусника пойдет. Вот сегодня брусника, кстати, была, я поел уже. Я уже, кстати, работаю вовсю, да, я уже забыл то, что отдыхал, уже столько наработал, что просто пипец. Как будто и не отдыхал. Ольга-то с Евой у нас еще чуть-чуть поотдыхали, а я сразу же выбежал на работу. Особенно Ева прям. Но очень чуть-чуть поотдыхала, на следующий день пошла в школу. Все, давай закончим с подарочком. В общем. Ну, скажу сразу наперед, что мы не говорили, что там подарок будет супер, там, пупер, да? Да. Что вкусняшки из Болгарии, но так как не очень вкусняшки из Болгарии, все равно одну коробку отправляем и плюс. Что все-таки, да. Кстати говоря, единственный человек, который угадал, куда мы летим, на удивление, да? Мне потом кто-то еще написал в Болгарии. Это потом еще написала Ира, после того, как я уже в Инстаграме выложила фотки и отметила геолокацию в Болгарии. Ладно, она написала. Вот. Но выложила я, потому что уже все, уже человек угадал, поэтому не было смысла скрывать, где мы уже находимся. Вот. Угадала, если я правильно сейчас скажу имя, Наиля, по-моему, Наиля. Уж простите, пожалуйста, если да, неправильно говорю имя. Вот такие вот конфетки из Болгарии. Сейчас покажу. Но. Да. И вот такой вот финский шоколад. Прям такие тут хорошие, добротные. По 200 грамм, да, шоколадки, да. Да, по 200 грамм шоколадки, да, с черникой. Мы их кушаем, они хорошо заходят. Так очень понравится. С цельным орехом. С фундуком. И классическая шоколадка Фаза. Угу. Так что приятного вам чаепития. А, адрес, чтобы написать. А, да, 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 самое главное, напишите нам, пожалуйста, либо мне в Инстаграм, либо в ВК свой адрес. В Инстаграм где? Ну, Ольга там уже переписывалась, так что напишет. Напишите на свой адрес, и мы в ближайшее будущее постараемся отправить вам посылочку. Все, посылкой. Все окей? Да. Вот Шарлотта пришла, да? Шарлотточка скучала. Шарлотта скучала. Да, мы приехали, нас тут вообще обрадовали, сказали, у вас собака беременная. Ой, Коля, блин, чего? Вообще, да. Ну как, да, что? Но мы оставляли. Это серьезно, это мы не шутим. Ну, нам говорят, у вас собака забеременела. Я такой думаю, как так забеременела? Говорит, да, у нее там что-то грудь увеличилась, живот, кушает много. Да. И мы начинаем вспоминать, думаем, ну она же не могла ни. А. Муж моей мамы уже про это прослушал весь живот и сказал, что он там услышал сердцебиение. Так что 100% вообще. В общем, дело было как? Чему это, ладно? Это мы такие вообще то про подарки, про Болгарию. Ну, Шарлотта просто зашла, вот и тут тема для разговора это всплыла. В общем, у нас Шарлотта была в загуле, да? Так сказать. Правильно? Но она у нас всегда во дворе в свободном, ну, плавании. Ну, в общем, да, гуляет. И как-то к нам зашла соседская собака. Как собака? Лайка. Лайка, да. Вот. Корейская лайка, такая. Рыженькая. Ну и в общем все решили, что у нас уже. Ну, лайка мы не знаем, кобель там. Да, кстати, не знаю, мальчик или девочка, да. Ну то, что день они провели вместе. Вот. Да, Шарлотта? Провели день вместе, да? С Лайкой. С Лайкой. Так мы потом и прикалываемся, неужели правда? Да, и будет Лайка у нас Бигль. Лайка с такими ушами. Да-да-да, Лайка. Лайка была с такими ушами, представляешь, Шарлотта? А? Нет, это, конечно, если честно, садись, просто садись. Так как мы уже поняли, что у нас Шарлотта, естественно, не беременная, поэтому уже мада. Ну, да, Ольга, фиг знает, у нее груди опять вылечились. Да иди ты. Пусть большие. Ага. Поэтому, ладно, можно и пошутить на эту тему, а если серьезно, совсем это не смешно, вот. Я уже думала, если и вправду, ну, такое будет, то мы уже будем разбираться так, с так соседями. Что, да нет, с соседями не будем разбираться, так что если кому нужны будут щенки, бигль, лайк, лайка бигль. Лайка бигль, лайка бигль кому нужны будут, да, мы скинем. Не-не.
Вообще такого, да, в Финляндии такое редко, чтобы чья-то собака к тебе пришла во двор, вот, обычно такого не бывает, поэтому наша рота вообще очень это спокойно, ну, как перемещается в своем, не придет, а? Ну да, в своем дворе, а тут вот, понимаете, видимо, ну. Короче, мы опять с темы съехали. Да. Да. Что про Болгарию-то? Про Болгарию? Ну что, ничего. Я говорю, в общем, каждый останется, так сказать, при своем мнении. Я говорю, я скажу честно, мне Болгария понравилась. Очень красивая страна. Ладно тогда, с новыми силами в бой, да? Ольга своими делами заниматься, Ева школа, я работа, ну и по возможности видео. Шарлотта осваивает материнство. Лопушинство, материнство. Да. Все, всем пока. Тетя, пока! Мама, я серьезно не пугала!